Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Анастасия Заворотнюк уже не первый год борется с онкологическим заболеванием. Семья никак не комментирует здоровье актрисы, поэтому для поклонников важна любая информация. Светская львица Анна Калашникова несколько месяцев назад заявила, что поддерживает связь с артисткой, и той сейчас значительно лучше. По словам модели, звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже даже может гулять по территории своего загородного дома. Также певица надеется, что Анастасии Заворотнюк поможет прийти в себя ее врач. Анна Калашникова посоветовала семье актрисы психолога и специалиста, который с помощью подсознательных процессов и энергетического поля может выявить причину болезни и поможет ее устранить. Вероятно, знаменитость уже настолько отчаялась в борьбе с раком, что готова пойти на крайние меры, обратиться к альтернативной медицине. Модель отметила, что мастера разборов по имени Инна уже направили к Анастасии Заворотнюк, и они находятся в процессе переговоров. «Все шансы нужно использовать, вдруг поможет», считает Анна Калашникова. По словам певицы, в ее окружении об Инне говорят только положительно. Девушка надеется, что специалист приложит все силы, чтобы спасти Анастасию Заворотнюк. По словам модели, она надеется быть полезной для Насти и сделает все возможное, чтобы помочь. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!